В 2024 году в сельских школах Севастополя открылись 6 центров «Точка роста». Всего в нашем регионе их стало 14. Об этом сообщает пресс-служба губернатора города. «Точка роста» — это специальное образовательное пространство, оснащенное современным оборудованием для изучения естественно-научных дисциплин. В этом году они появились в школах номер 12, номер 25, 28, 30, 33 и в школе номер 36 в селе Хмельницкое, которая открылась после капитального ремонта. Ребята у нас обучаются, конечно же, в дополнительном образовании, начиная с 5 по 9 класс, но также у нас есть эколого-натуралистическое направление, которое связано тоже с моментами точки роста, это 4 класс. Наша школа получила оснащение, начиная от микроскопов до 3D, 2D принтера, до различных модификации машин, которые можно собрать. И также мы говорим о том, что у нас есть лаборатории по химии и физике. Образовательные центры, где дети изучают естественные науки и технологии, создаются благодаря федеральному проекту «Современная школа. Нацпроект образования». Как говорится, лучше один раз увидеть и попробовать, чем 100 раз услышать. Конечно, уроки проходят более интересно для детей, потому что то, что рассказываешь словами, теперь можно попробовать, пощупать, провести опыт и увидеть воочию, как проходят химические процессы, как изменяется температура тела, пульс измерить. Мы сегодня мерили давление под физическими нагрузками. То есть уроки становятся более насыщенными и разнообразными для детей. Мы в этом году получили цифровые лаборатории по биологии, по экологии, по химии, по физике. Мы получили комплекты для подготовки к ОГЭ по физике, химическую посуду и лаборатории по нейрофизиологии и физиологии.